Наши номинации. Наши номинации. Традиционно, вот уже 5 лет в финале мы вручаем вот такой вот кубок и денежную премию команде, которая в течение сезона, играя во всех играх, зарабатывала зачетные баллы, не считая финала, и набирала вот эти баллы. И та команда, которая набрала максимальное, ну, наибольшее количество баллов по сравнению с другими, получает у нас кубок. Самая рейтинговая команда Черниговской лиги КВН 2012 года. Команда КВН «Дай 5», город Житомир. И мы приглашаем сюда команду КВН «Дай 5», Виктор Журавский. Вот этот кубок, Витя. Вот эту грамоту. Ну и подарок вам вручит представитель организации «Молодые регионы» Андрей Шемец. Ну, я первое, наверное, слово мне так досталось. В порядке. Молодцы, ребята, все вы. Вы все победители, вы дошли до финала, все красавцы. Я всех поздравляю, так держать. И вот уже, как бы, не зря ехали, уже какие-то деньги есть. Ну, на обратную дорогу. Да ладно, сейчас в базисе. Кстати, насчет базиса. Напоминаем, автопати Черниговской городской лиги КВН финал. Да-да-да, и хотим напомнить командам, что в базисе у вас тоже будет возможность получить еще 500 гривен за вот как бы лучшую 10-минутку фристайла вот такого вот. Итак, друзья. Рака-макрофон. Да. А вот сейчас еще одна большая интрига, которую меня лично, простите за слово, задолбали перед началом мероприятия, перед началом финала. Миллионы тысяч миллиардов людей подходили ко мне и спрашивали, кто? Ну кто же в итоге получил звание лучший КВН? Все эти три человека так и не получили ответ. Хочу объяснить принцип определения. Для того, чтобы не возникало никаких сомнений в объективности или более максимально охватить как бы опросом людей, мы проводили голосование в три ветки, да, в три линии. Первая линия, это вы могли сами принять не участие, это голосование на специально созданной группе ВКонтакте. Второе голосование мы проводили среди спонсоров нашей лиги. Тот, кто в течение года помогал нам финансово, мы тоже опрашивали. И третья линия, это линия постоянного жюри. Мы опросили всех членов постоянного жюри и получили их мнение. Составили вот такой вот рейтинг. Итак, в номинации на звание лучшего КВНщика были представлены Басько Александр, Кляки, Гомель. Володин Артем, «Дай 5», город Житомир. Ворона Максим, сборная случайных людей, город Чернигов. Голомысов Александр, Кляки, Гомель. Домницкий Артем, вот это самое, я за которой тоже не влазила строчку. Журавский Виктор, «Дай 5», город Житомир. И Медведицкий Георгий, радость Владимира. Из Прилуки Чернигова. Итак, итоги интернет-голосования. Каждый, вне зависимости от того, сколько голосов получил человек, за первое место он получал зачетные 10 баллов, за второе место 9, 8 и так далее. Схему вы видите, интернет-голосование вот так вот у нас получилось. Максим Ворона 10, Журавский Виктор 9, Давнишка Артем 8, ну и далее тоже видно. И так далее. Далее, голосование по... Артемка, щелк. Мнение постоянного жюри. Журавский Виктор 10 баллов, Давнишка Артем 9, Медведицкий Георгий 8, ну и так далее. И мнение спонсоров. Журавский Виктор 10 баллов, Медведицкий Георгий 9 баллов, Давнишка Артем 8 баллов. И вполне логично, что мы их таблица. Приглашаем сюда капитана команды КВН «Житомир» Виктора Журавского. Итак, лучшим КВНщиком 2012 года, 5-го юбилейного сезона, становится Журавский Виктор, команда КВН «Дай 5», город Житомир. И получает статуэтку Черниговской городской приоткрытой линии КВН имени Кокопко, а также грамоту. Ну и слово представителям турагентства «Зебра». Они расскажут, Витя, что же ты все-таки выиграл. Добрый вечер, дорогие друзья. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить наши команды, что вы заставляли нас весь этот сезон смеяться. Вы пролили нам жизнь, и я думаю, теперь конец света нам точно не грозит. И, конечно же, отдельное спасибо организаторам и вам, зрители, потому что без вас бы этот КВН просто не состоялся. А
тебя же хочу сказать, что мы всецело поддержали вот кандидатуру данного человека, победителя, и считаем, вот, что этот человек, он показал себя во время сезона и заслуженно получает от нас сертификат. И на вручение сертификата я приглашаю Катерину. Агентство «Зебра» на тур по Европе вручается лучшим игроком, чем Никита. Причем, насколько я знаю, он не один туда поедет, там на две персоны тур по Европе, по столицам Европы. Совершенно да. Верно, подтверждаем эту информацию. Вот, так что да. Поздравляем. Итак, друзья, сейчас, дабы выдержать все-таки еще интригу, сейчас все команды от наших спонсоров, вы знаете наши правила, уже за то, что они вышли в финал, получат по 1000 гривен. А потом та команда, которая вот мы выслушаем в жюри, получит еще дополнительно к своей 1000 еще 7000 гривен. То есть, на самом деле, да, призов не 8, а 10 тысяч мы вручим. Итак, мы сейчас хотим предоставить слово нашим друзьям и вручить вам по этой 1000 гривен. Слово директору агентства недвижимости «Русов» Руслану Овчаренко. Всем добрый вечер. Значит, 1000 гривен сейчас вручу. Но сначала хотел сказать, 2 года уже наблюдаю за командами. Очень понравилось в прошлом году, как в сезон вошла команда КВН «Кляки». На самом деле, я, скажем так, они очень сильно приукрасили нашу лигу. Спасибо большое. Команда КВН «Дай 5», они показали стабильность все эти 2 года. И, в принципе, ребята получили сегодня свои призы заслуженно. То есть, я думаю, на вас можно равняться. Что касается команды КВН, название ваше, к сожалению, не смогу выговорить. Хотя пытался с листочком, много раз запоминаю, читать в жюри. Но, ребята, вы сегодня показали класс. И на самом деле, когда сидел в жюри, есть такое чувство, когда, знаете, что-то очень сильно нравится, и мурашки бегут по телу. Когда летели самолетики, я думаю, что у многих людей были мурашки эти. Спасибо вам большое. Я этого ждал весь вечер. Свой конверт я вручу команде КВН «Кляки». Они стали украшением нашего сезона. Спасибо вам большое, ребят. Итак, следующая команда. В следующей команде вручит свой денежный приз Александр Литвиненко, человек, у которого на спине вытатуирована карта города Чернигова. Спасибо командам, спасибо зрителям. Я уже много в этом году выступал. Скажу честно, болел за команду Эфиай Дедекудль и Прилуки Чернигов, потому что, по моему мнению, это была самая молодая, прогрессирующая, интересная команда. И с каждой игрой они добавляли. Вот, да. Команды «Кляки» и «Дай 5» всегда радовали. Ну, а для меня они всегда были профессионалами и просто давали высокий уровень нашей лиги. Да? Нам очень приятно было всегда их видеть. Я свою премию вручаю прилуцкой команде. И хочу сказать, что мы тоже зря не сидели. Сейчас у нас работает уже не только карта Чернигова, а карта Прилуки и карта Житомира. Вот, остался только Гомель у нас на очереди. Я думаю, что они нам приедут еще помогут. Спасибо. Ну и участникам финала команде КВН Житомира приз, ну, мы планировали, что вручит депутат городского совета Андрей Кужельный. Под ваши аплодисменты. А вручит его проигравший Андрею в спарринге Юрий Заяц. Да, неоднократно. Виктор, жду вас здесь для облобызания и конверта вручения. Аплодируем! Давай, наверное, опять! Житомир!